Продолжаем рассказывать о выставке Baxi Expo. Поехали! Сегодня мы переходим к стендам компании Еремес и Майбес. Смотрим, что расскажут их представители о своих стендах. Добрый день, уважаемые партнеры. Я директор по продажам компании Еремес Рус. Мы производим дымоходные системы. Собственно, компания Еремес – это немецкая компания, основана в 70-м году. На данный момент есть в России завод в городе Щелково, и мы предлагаем немецкое качество по российским ценам. У нас очень большой ассортимент продукции, есть системы для промышленного назначения, для бытового, для специфичных условий, такие как поквартирное отопление, либо газоплотные системы для избыточного давления. То есть, в принципе, любые технические задачи мы можем своими решениями реализовать. У нас на стенде представлено, в частности здесь, два вида утепленных дымоходных систем. Вот эта система – это стандарт, так называемая ДВФУ. Внутри 316-я сталь, наиболее кислотостойкая из нержавеющих сталей, применяемых в дымоходной технике. Такая система имеет гарантию 25 лет, срок службы 50-60 лет. То есть столько же, сколько и любое здание. Соответственно, установив такой дымоход раз и вовремя его обслуживая, вы получите долговечное решение, которое не придется менять. Здесь представлено более бюджетное решение, также теплоизолированная дымоходная система ДВ-ЭКО. Ее отличие от стандарта, основное это внутренняя труба из другой стали, менее долговечна, но также кислотостойкая сталь AEC-444, у нее гарантия 10 лет, срок службы 20-30 лет. Практически она в два раза дешевле, соответственно, вы можете получить такой компромиссный вариант между долговечностью и стоимостью. Обращайтесь к нам, обращайтесь к нашим партнерам, которых вы можете найти на нашем сайте. Мы предложим вам гарантированно надежное и долговечное решение в области дымоходов. Спасибо. Спасибо вам большое. Добрый день, меня зовут Давыдов Антон, я являюсь ведущим менеджером по продажам ЦФО компании Майбес Рус. Сейчас мы присутствуем на выставке Baxi Expo, где собрались ведущие мировые производители отопительного рынка. На территории России Майбес Рус представляет три бренда. Это компания Flamco, голландский бренд, это немецкий производитель компании Майбес и немецкий производитель компании Simplex. На данных стендах мы разместили самое популярное решение по бытовому отоплению. Сегмент бытового отопления – это расширительные баки Flamco, производство России. Это сепараторы воздуха и шлама, это большой выбор воздухоотводчиков Flamco. Дальше на стенде Майбес мы представляем насосные группы CombiMix, это собранный модуль, две насосные группы совместно с коллектором, который может выполнять роль гидрострелки. Все это идет вот в такой красивой изоляции, идеально подходит для настенных котлов. Также мы здесь и импровизировали с сепараторами тоже. Показываем, что необходимо их подключать. Такой европейский стандарт, который приходит постепенно в Россию, что необходимо систему избавлять от микропузырьков и от мелких частиц мусора. Далее мы показываем, что у нас большой выбор групп безопасности Flamco. Групп безопасности на бойлер, также существуют компенсаторы гидроударов, это уже для квартир, чтобы сберечь жизнь таким устройством, как стиральная машина, например. И бренд Simplex, специализирующийся на термостатической арматуре, на запорной арматуре, на различных дизайн-решениях. Вот здесь мы представляем и серию термоголовок, и RTL-боксы для создания теплого пола, и вот такие красивые дизайн-комплекты нижнего подключения для полотенцесушителей, компрессионные резьбовые фитинги.
и сливные краны KFE. Далее у нас внизу замыкает нашу композицию сливной кран, незамерзающий, вот такой вот интересный, симпатичный кранчик. Также в чемодане мы представляем различные решения по подключению радиаторов. Тут у нас есть как и стандартные подключения, так и подключения, как мы их называем, работы над ошибками. Иногда монтажники, или не только монтажники, строители допускают в работе какие-то ошибки, которые потом необходимо устранить. Вот компания Simplex позаботилась о пользователях, да, и здесь мы видим, что такой узел, он имеет подвижные элементы, которые компенсируют расстояние, если нам его не хватает. Также есть перекрестные узлы, если при монтаже допущены ошибки и подача с обраткой перепутаны, такой узел эту проблему способен решить. Далее узел с поворотными патрубками, то есть тоже мы можем подыграть угол, да, если мы не совсем точно вышли из трубы из пола. Ну, вот такие вот решения. Пожалуйста. Спасибо вам большое за экскурс по вашему стенду. Ну и на сегодня все. Но у нас еще остался материал. Не забываем про это. До встречи в следующих роликах.